Дорога по улице Мичурина активна даже в ночные часы. Поток машин не такой высокий, как днем, но все же маршрут пользуется популярностью. До начала ремонта, как отметили специалисты, дорога была сильно повреждена. Ямы и колейности, в некоторых местах был разрушен и нижний слой асфальта. Необходимо было учесть все, чтобы ремонт вышел качественный. Сложность в том, что участок Мичурина разделен на разделение полос и участок, где разделены полосы встречного движения островами, вот этими газонной частью. Перед укладкой асфальтобетона специалисты проделали большую предварительную работу. С помощью установки холодного фрезерования удалили изношенное покрытие. Люки колодцев подняли на проектную высоту, чтобы были на одном уровне с новым дорожным полотном. Они с запорной системой, антишумные и антивандальные, что предотвратит кражи крышек. Кроме того, сделали выравнивающий слой, укрепили основание дороги на совокупной площади порядка 700 квадратных метров. Далее перед укладкой очистили основание от пыли, грязи и покрыли битумной эмульсией. Для устройства нового верхнего слоя покрытия применили высокопрочную смесь ЩМА-16 на полимерно-битумном вяжущем. Использование современных материалов и новейших технологий является одним из важнейших требований при реализации НАС-проекта. Данный вид асфальтобетонной смеси очень хорошо показал себя в прошлом году, то есть он способен выдерживать определенные нагрузки большие, которые являются на данных улицах как бы самым необходимым. Также это хорошая степенность колес автомобилей с покрытием проезжей части. Ну и непосредственно как бы сами его свойства и кубовидный щебень дают ему более надежный скелет. В минувшие выходные в ночные смены специалисты работали сразу на двух участках. На улице Мичурина, в границах улицы Николая Панова и проспекта Масленникова, а также на самом проспекте Масленникова, от Мичурина до Маломосковской. Работает два укладочных комплекса, работает звено катков, 7 катков у нас, порядка 25 человек. Рабочих работает, и главный инженер здесь, и заместитель главного инженера, и мастера. Все вот на первых укладках, сами контролируем. Специалисты отмечают, что работать с задействованием сразу двух асфальтоукладочных комплексов удобнее. Производительность труда намного выше. Повышенное внимание уделили стартовым работам на проспекте Масленникова у выхода на перекресток с улицей Мичурина, где в позапрошлом году та же подрядная организация закончила комплексный ремонт проспекта. Крайне важно было обеспечить надежное примыкание нового полотна к устроенному ранее. Всего на двух дорожных объектах муниципальным контрактом предусмотрена площадь ремонта почти в 20 тысяч квадратных метров. Общая протяженность чуть менее 1,5 километров. Во время укладки весь процесс контролировали и специалисты дорожной лаборатории и подрядной организации. Необходимо, чтобы выпуск смеси был с определенной температурой. Непосредственно на заводе промеряем температуру и уже на месте укладки. То есть мастера, лаборатория проверяют на всех этапах. Следят за тем, чтобы используемая смесь отвечала всем нормам. Материалы отбирают прямо из асфальтоукладчика. Берут несколько проб, которые объединяют в одну. И все это направляется для испытаний и исследований. Проверяют на соответствие ГОСТам и контрактным условиям. После устройства нового покрытия из него необходимо отобрать керны. В этом процессе участвуют специалисты еще одной лаборатории – муниципального предприятия «Дорожное хозяйство». Прежде всего оценят физико-механические свойства. В минувшие выходные специалисты практически полностью закончили укладывать новое дорожное полотно на проспекте Масленникова. Укладка на проезжей части улицы Мичурина, которая должна быть обновлена в границах проспекта Масленникова и улицы Ярошевского, продолжится, но с учетом погодных условий. В период отсутствия осадков. Михаил Ермоленко, Светлана Тимофеева, Константин Головин и Петр Пламеев. События.